Строительство двух новостроек на Чекалово и Ленинской началось в 2003-м. Несколько сотен семей заплатили деньги фирме-застройщику. Потом выяснилось, земельный участок в собственности, но разрешения на строительство нет. Застройщик обанкротился и уже отсидел реальный срок, а люди до сих пор ждут свои квартиры. У нас одна цель. Мы хотим просто получить свои квадратные метры, за которые мы отдали деньги. Недостроенный Чекалово в перечне проблемных объектов числится. Здание на Ленинской 257 туда не включили из-за проблем с документацией. Министерство строительства Самарской области сейчас занимается подготовкой необходимого пакета документов, дабы включить его в программу финансирования фонда. Если у нас это получится, а я на это очень надеюсь, тогда проблема в значительной степени снимается. Также на прием к Александру Хинштейну пришел житель железнодорожного района Дмитрий Марченко. После полученной травмы ноги мужчина плохо ходит и раньше имел инвалидность. Но последняя комиссия по освидетельствованию Бюро медико-социальной экспертизы статуса инвалида его лишила. Депутат Госдумы пообещал разобраться в ситуации. Лариса Шалафас, Николай Сидоров. События.